начинаем смотреть новые постройки Козриса. Ну, ты теперь Фарос называешься. Дальше. А тут есть мне место? Нет, стой. Надо на место. Могу тоже поставить. Ты если будешь новые постройки строить, ты это для меня место тоже поставь. Хорошо. На всякий случай. Ну, все, полетели. Летает он на шариках, сервоприводе и моторе. Ну, понятно. Ну, вот так он летает. Это типа квадрокоптер, только большой. Аэрокоптер. Да. Но вообще-то у тебя там была железная дорога, очень крутая, большая. Ну, ладно, я сейчас посмотрю это. Вот весь механизм. Теперь я не смогу, наверное, полетать. Да. Можешь заново загрузить, пожалуйста, я хочу полетать. Не, ну так неинтересно, когда... Ой, это что такое? Тут какая-то магия. Ладно. А, что? На самом деле поменять. Там мой стульчик стоит. Ну, садись куда-нибудь, если хочешь. Так, получается вот так, да? Да нет. Шарики включаю, он взлетает. А, вот на чем ты летал надо мной, когда я этот мусор построек снимал. Ну, это типа тут взято этот, части от квадрокоптера и части от этого, как это называется, байка. Автоцикл, да. Байкоцикл? Ну, давай посмотрим железную дорогу. Ну, это самая масштабная постройка. Ну, да. Так, самая... Интересно. Ты что, смотрел, как Римсон строил? Ну, ладно. Да, мне механизм чуть попроще. Съешь конфетку, она для маленьких. Так, ну тут я вижу круги, ну все такое. А где конфеты? Вон. Вот, тут у нас конфеты. Так, можешь расфиксировать. Я посмотрю сначала сами вагоны, думаю. Посмотрим. Сейчас я их прицеплю. А, они еще не прицеплены. Понятно. Так, можно смотреть? А я думаю, вот это перец. Во-первых, во-вторых, я не думаю, что тут это гарпуны. Ну ладно. Так, первый вагон, ну то есть последний. Тут просто стульчики и все. Ничего интересного. Во втором вагоне можно покушать. Картина бесплатно? Ладно. А вагон VIP-класс. А, понял. Ну типа для крутых, да? И последний вагон, тут тоже есть стульчики и сам этот, ну водитель поезда стоит. А тут есть кнопка. Чтобы удобнее было смотреть. Ой-ой-ой. О, нет, это автопилот типа, но он чуть недоработан. Короче, надо самим ехать, как обычно. Вот так же? Да. Правильно. Ну, давай попробуем поехать на этом поезде куда-нибудь. Не, у тебя не попроще механизм, у тебя прям точно такой же. И так смотреть, просто ты шарниры сказал. Ну ладно. Ну вот поезд едет, он даже на заворотах проезжает. А почему только три вагона? Я больше не стал делать, у меня начинает лагать. И в принципе, ну, слишком длинный станет. Так, ну вот мы куда-то едем, вроде бы. На да, озеро. Юзнуть камеру от первого лица, чтобы... Ну, чтобы братишки можно закрыть дверь. А, понял. Ну, сейчас, это потом. Первый гру... Ой-ой-ой, поезд летает. Ой-ой-ой, поезд спадает с рельс. Внимание! Ой, блин. Чё творится? Спасайте поезд! Ой-ой-ой. Надо помедленнее сделать. Когда слишком большая скорость, он начинает слетать. Он уже все слетел. Так, ну что я могу сказать? Сейчас мы удачно застряли. А там что это за перекресток? На нем можно как-то ехать? А, это просто для круга. Да, на нем можно проехать. Это просто для круга, я понял. Пошли давай. Расфиксируй, пожалуйста. Сейчас я где-нибудь сяду. Впереди опять. А, тут дверь закрыта. Она открывается, что ли? Да. Нажимая на кнопку, двери открываются. Сейчас надо закрыть. Сейчас буду от третьего лица ехать. Только ты сразу потише скорость сделай. Вот, все, поехал. Да, лучше потише скорость. Слишком быстро врежемся. Ну, то есть, слетим с рельс, куда большая скорость также бывает. Подожди, можешь остановиться? К сожалению, нет. У нас поезд едет по важному делу. А ты можешь все выделить и сделать скорость поменьше. Ой-ой-ой. Сейчас надо осторожно. Не, ладно, не сменяй скорость, все нормально. Я ее на 0,1 поменьше сделал. А было 50, ой, было 40, стало 30. Вот с 30 нормально. Ну вот, едем как нормальный поезд. О, можно к домику? Это ну типа вокзал. А там есть что-нибудь? Mm-mm. Ладно, а ладно. Здесь есть паркан, парковка. Понял, поехали. Ну вот мы проехали один круг. Надо просто скорость поменьше сделать. А вот как от первого лица сейчас буду ехать. Все, поехал на поезде. Тут что, рычажок есть? Да, открывай дверь. Ну так от первого лица выглядит вообще прикольно. Ну ты можешь тоже включить, если подойдешь к камере. От первого лица тоже прикольно, даже прикольней. Только тут не поймешь, поезд слетает с рельс или нет. Только смотреть так. Заметишь, когда он остановится. А, ну он. Ну это тоже треть лицо. Так, мне кажется. А нет, не слетел, нормально все. А что тут еще дорога для машин?
Это что, большой магнит, что ли? Магнит, да, типа, Ашан. Ну, неважно, короче, гипермаг. А вот туда этот... Машина, а машин нету? Нет. Ок. Основной механизм это поезд, других механизм здесь нет. Я еще планирую канатную дорогу сделать, но это уже похоже было бы на парк аттракционов. Так, все, я доехал до круга. Выхожу отсюда. Так, вставаем. Поехали. Ну, пошли. Гипермаркет пешком, по елочкам. Паркур по елочкам. Ну, типа. Ну вот, мы дошли до елочек. Ну, по елочкам. Так, пойдем закупаться. Закрыто? К сожалению, нельзя. Коллизию отключи, чтобы я смог пройти в магазин. Все? О! Да. Такой что? Крутой гипермаркет, кажется. А тут даже с потолком. Не так. Ну, думаю, будем смотреть дальше. А, все. Я не могу вернуться. Ладно. А где выход-то? А вот. Еще что-нибудь будешь показывать? Это последний или ты еще что-нибудь построил? Мне поезд понравился с железной дорогой. Это что такое? Это... Да. Ну, понятно. Ну, а где? Для человечка с нормального размера. Ну, вот. Он, типа, едет, стреляет. Так, ну, это танк это... как танк. А башня крутится? Нет, я достаточно на телефоне не могу придать к отдельной клавише. А, то есть на телефоне. Потом у меня будет компьютер, может, как-то это постройки будут получше. Два дуло по 20 пушек каждому. Еще что-нибудь будешь показывать? Еще я построю истребитель простенький, ну, в принципе, не очень интересно. Думаю, мы его за 30 секунд посмотрим. А где этот стульчик? Чтобы сесть, нужно зайти снизу. Вот зайди снизу в кабину. Так, ну он может летать вроде. Ой-ой-ой. Тут тоже есть механизм уже. Ой, блин. Он чё... Как этот, в Майнкрафте, что ли? Ну, отравился, типа. Блин, что это из меня выходит? Заново, можешь загрузить? Тут проблемы. Давай лучше я попробую. Какие-то бомбы. Ну, давай лучше ты попробуй, а у меня вот, типа, дом. Ты будешь его бомбардировать. У тебя есть какая-нибудь постройка? Или по площади большая? Ну, нет, так вот пойдет тоже. Лучше так будет. Ну, вот, сейчас, подожди, надублирую немного. Подожди, пока не летай. Ты пока тоже включи. Пока топливо не трать, пока живи просто. У меня есть, но больше не буду. Ну тут 5 ракет, поэтому надолго хватит. Ладно. Сейчас много многоэтажек сделаю. Ну, чтоб ты попал точно. А, все, у меня палочки кончились. Ну, короче, он типа мой город. Давай. Сейчас, подожди. Включи ПВП. Включи ПВП. Давай, бомбардировку делай. Война. Сейчас попробую попасть. А, прячемся в домике. Самолет летит. Бомбы падают. Мне не больно. Мне хорошо. Тут тяжело попасть. Все бомбы... Ай, блин. Бомба прям в дом мой упала. И я взорвался. Вот это круто. Ты чего все взорвал? Можешь заново самолет загрузить? Загрузи какую-нибудь вообще любую постройку. Блин, зачем? Так, все, давай бомбардируй. Нельзя. Давай. Ну вот, я загрузил что-то. Давай, самолет протестируй. А где эти бомбы стоят? А вон они там внизу. Давай. О, сколько бомб посыпалось. Эх, все мимо. Ой, блин. Давай еще. Еще есть? Бедные мои машинки. Они никогда не слетают. Ну теперь это как... Блин, ты самую красивую машину сломал. Теперь я могу этот, как этот... Ехать, а тут типа бомбы остались, они как мины сейчас будут работать. Сейчас показать? Они там все упали. Вот, я еду такой, и машина взорвалась. Опять. Бам! Ты живой сам? Да, хорошо разлетелось, смачно. Уши из-за каша. Ну вот, я типа еду на машине такой. Бах! И я в космос улетел. Ну, машина прям разлетелась, спросила. У меня все, машин больше не осталось. После бомбежки. Но бомбежка реально как бомбежка. Видишь, что тут все уничтожил. Все, что было, произведение искусства. А я постройку загружу. А, нет. Не, ну давай еще что-нибудь будешь показывать? Нет, это в принципе все. Ну еще можно людей подрывать, если, например, костюмы какие-то. Или когда. Вот так. Джетпак можно подрывать. Ну, тогда все, да, получается. Да. Увидимся, когда построишь новые постройки. Или когда зайдешь на сервер. До встречи. Ну все, пока. Ой, самолет куда улетел? Ну ладно.
этого мы не видели.